31 міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І ми продовжуємо працювати для того, щоб ви знали все, що відбувається в Одесі. Для того, щоб знали інформацію з перших вуст. І для того, щоб розуміли, що дуже багато наразі існує якихось фейків, якихось пліток, якоїсь дезінформації. Отже, черпайте лише з офіційних джерел. І довіряйте лише офіційним джерелам для того, щоб розуміти, що наразі відбувається. І сьогодні ми будемо говорити про те, яка ситуація в Одесі стосовно гуманітарна ситуація, яка в Одесі. І наразі зовсім недавно у нас з'явився начальник гуманітарного штабу в Одеській області. Це багато кому відомий в Одесі Дмитро Антіпов. Я вітаю вас, Дмитре. Я дякую, що ви доєдналися до цієї боротьби і що ви взяли на себе ось такий непростий гуманітарний фронт насправді. Отже, що робите зараз? Що це таке за гуманітарний штаб в Одеській області? Чим він займається? І що просто зараз там відбувається? Доброго дня, ми з України. І таки да, із Одеси. Несколько днів назад по розпорядженню глави Временної Одеської обласної воєнної адміністрації був сформований гуманітарний штаб. Основна задача гуманітарного штабу – это создание так называемого НЗ, неприкосновенного запаса из расчета на 30 дней. Вот это основная задача нашего гуманитарного штаба. К сожалению, мы все видим, знаете, как сказал классик, сколько не готовься к войне, война наступает внезапно. Я вам скажу сам, 23 февраля, честно, я не верил, что начнется война. Я думаю, что большинство наших соотечественников, кроме, наверное, пессимистов или очень осведомленных людей, не верили в это. Вот. На данный момент налаживается коммуникация с волонтерами. Я очень благодарен волонтерам, потому что они на себя взяли так называемую проблему первой мили. Вот эти вот пару дней, когда во многом и власть, и люди на местах не знали просто, что делать. Волонтеры откликнулись быстрее всего. Буквально... Так, как и в 2014 году. Совершенно верно. В считанные не дни, в считанные часы. Они организовали сбор и распределение гуманитарной помощи. Однако мы видим, что ситуация со сбором гуманитарной помощи внутри страны ухудшается. Это связано с объективными причинами. Люди не имеют уже физической возможности помогать, потому что у самих заканчиваются запасы, и сами люди, которые остались в стране, их достаточно много, и мы видим огромное единение их. Наверное, мы не видели никогда такое объединение наций, чем которое произошло сейчас. Мы проложили гуманитарные зеленые коридоры через границу. Мы непосредственно работаем в основном через Румынию. Организованные зеленые коридоры, через которые большегрузными машинами до фуры 10-20 тонн завозится гуманитарная помощь с Европы. Европа раскачивалась несколько дней, но на данном этапе огромное количество грузов идет из Европы. Много гуманитарной помощи уже поступило. И даже часть гуманитарной помощи, мы понимаем, какая ситуация в Николаеве и в Херсоне, и в этих областях, по распоряжению главы администрации, мы отправляем туда, потому что мы все понимаем, что героическая оборона Одессы сейчас происходит в Николаеве. Що це просто наш форпост, і що оскільки Миколаїв тримається, і скільки він буде триматися, стільки буде Одеса більш-менш у безпеці. Да, так, ми ежедневно на зв'язі з Николаєвом. Мені здається, зараз вся Україна на зв'язку з Миколаєвом, да, Одеса особливо. Ми дійсно розуміємо, що там рішається дуже багато. Там неймовірне керівництво наразі, так, да, керівництво, да, яке это... просто підкорило, я не кажу навіть усіх жінок, навіть і чоловіків підкорило. Ви знаєте, я, мабуть, сам фанат Кіма. Це аналогічно. Прекрасний чоловік, і більше того, скажу, що з його адміністрацією дуже комфортно працювати. Люди дуже швидко приймають рішення, тому що, к сожалению, вот эта розкачка, ми привикли размеренно, извиняюсь, попить кофе, обговорить проблему, подумать до завтра и послезавтра. Торопиться не спеша, да, так? Да, потому что, знаете, как в Одессе говорят, если нужно решить срочно, значит, я этим не занимаюсь. Сейчас каждый день поступает сотни вопросов, и их нужно решать за полчаса, за час. И поэтому нужно, конечно, перестраиваться. Поэтому и было, в принципе, принято решение, что гуманитарный штаб, он будет при администрации. Да? Большинство людей, которые работают в гуманитарном штабе, это люди бизнеса, это люди, имеющие немножко другую логику, которые принимают решения немножко быстрее и имеют связи в бизнес-структурах,
что позволяет быстрее привлекать других бизнесменов. Угу. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что у большого количества и волонтеров, и представителей бизнеса есть недоверие к чиновникам, и тоже их можно понять. Угу. Еще раз подчеркну, я не чиновник, никогда им не был, я вернулся на эту работу из бизнеса. Ну, теперь решаем вопросы, поставленные перед нами руководством, и я думаю, что мы его выполним. Еще раз хотел призвать волонтеров. Наша задача ни в коем случае не возглавить волонтерское движение, а координировать. Сейчас составляется карта Одесской области для того, чтобы понимать, где какие волонтерские организации закрывают какие проблемы. Мы сталкиваемся с чем? В Одессе с тем же обеспечением и продуктом как гражданского, так и военного населения проблемы незначительные. В отдаленных же районах области есть уже очень серьезные проблемы. Я знаю, что же за 100, за 200 километров там уже майже на грани гуманитарной катастрофы. Совершенно ну, пока у них есть там свое господарство, да, все это понимают, у кого есть какие-то там куры, свиньи, там какая-то картопля, это все понимают, но этого же на какой-то час просто вистачит, а далее люди просто понимают. И понимаете, как не пройти курицу, медикамент она не снесет. А это тоже проблема. Да, это серьезная проблема, поэтому даже сегодня поступила большая партия инсулина, мы смогли доставить. Очень рад. Поэтому в ближайшее время людям, зависящим от этого препарата, переживать нечего. Отже, вы занимаетесь продуктами харчування и ліками, так? Чуть-чуть шире. Что еще? Да. Что еще? Самая главная, конечно, задача – это обеспечение продуктами. Так называемый набор сухпая. Это продукты, которые можно хранить длительное время. От крупы до консервов. Там небольшой список, это где-то порядка 20 направлений. Наименований, конечно, может быть больше. Второе – это медикаменты. Наша задача – предотвратить гуманитарную катастрофу. Мы видим аналог Мариуполя, да? Мы учимся на их ошибках, и мы решаем эти вопросы. Третье – это средства гигиены. Большая проблема, пока что эта проблема только в детских учреждениях, в основном это детдома, памперсы, присыпки, детское питание. Вот я сегодня имею привычку каждый день заходить в магазины и смотреть. В принципе, пока что более-менее ассортимент еще есть. Я не говорю о каких-то там эксклюзивных вещах. Так, выбору немає, справді. Выбору немає, але хоч щось ще поки що є. Что-то есть, да? То есть, если у тебя там не памперс, ну, фирма памперс, а что-то другое, ну, можно и купить и другое, да? Вот. Но в целом мы должны готовиться к этой проблематике. Потому что очень скоро большое количество детей и мамочек будут в этом нуждаться. Вот. Также мы завозим средства защиты, да? Так называемые средства двойного назначения. Это каски, бронежилеты и так далее. Наша задача в первую очередь обеспечить наших медиков и волонтеров средствами защиты. Потому что вот по информации на вчера 176 водителей скорой помощи, ну, ни один не обеспечен бронежилетами. Когда мы копнули чуть дальше, оказалось, что порядка 40% личного состава патрульной службы не обеспечены бронежилетами. Это взагалі катастрофа. Я не говорю не о составе у нас полиции, я а патрульных, которые сейчас по большому счету на первой линии фронта, насправді. Решают те же военные задачи. Так. Вони... Понимаете? Ну, я скажу так. Вот я и призываю к этому. Очень много разговоров. Очень много в Одессе всегда очень было, много было течений. Все воевали со всеми и все боролись за свое место под солнцем. Да? Я прошу сейчас оставить все эти дрязги, политику, бизнес-интересы, конфликты в прошлом. Давайте объединимся, победим врага и потом вернемся к нормальной детской жизни. Будем встречаться на книжке и спокойно спорить. Вот, потому что если сейчас, вот врагу больше всего нужно, чтобы мы начали грызться внутри. Вот, поэтому закрываем политику, закрываем экономику, закрываем старые обиды. Вот это я прошу. Если я кого-то обидел в прошлом, тоже прошу прощения. Нам важно объединиться. Знаєте, я зараз дивлюся, як працюють взагалі одесити, як вони об'єднуються по всім фронтам. Ну, там, скажімо, у нас там інформаційний, так, умовно кажучи, у вас гуманітарний. Хлопці там з тероборони, це взагалі там теж перша лінія, так само, як поліція, так само, як рятівники, так само, як лікарі сьогодні, які теж працюють на швидких і їздять. І, ну, наскільки можуть зараз працювати, вони працюють. Отже, Одеса все одно об'єдналася. Я маю на увазі тих, хто залишився в Одесі, так? У відсотках, мабуть, складно зараз розуміти, який відсоток залишився, але, ну, коли ввечері дивишся там на будинок, так, багатоповерховий, то бачиш, скільки вікон світиться, ну, умовно кажучи. Мабуть, все ж таки більш ніж половина в Одесі. Отже, і для кожного є своя робота, так? Кожен може долучитися і допомагати. Сьогодні гуманітарний штаб розрахований на випадок, якщо... Я правильно розумію?
Ну, якщо вже наступило. Ну, да, я маю на увазі, якщо буде ситуація, так. Ну, отже, поки що ми ще не голодуємо, я в цьому сенсі. Ліки, так, не всі є в аптеках, але ситуація трошки вирівнялася, якщо порівнювати з тим, що було у перші дні, коли була взагалі катастрофа, і справді багатьох ліків просто не було в наявності, і аптеки просто закривалися і говорили, ми не працюємо, бо нема чим працювати. Зараз трошечки воно почало якось вирівнюватися, поки що. Так? Отже, ми чекаємо, не чекаємо гірших часів, але готуємось до них. Якось так. Це зараз виглядає, для того, так? Щоб наступило лучше, нужно готовиться к худшему. Mm-hmm. Так. Основная задача, которая сейчас поставлена, повторюсь, это формирование областного запаса НЗ. Mm-hmm. По... На кого він буде розрахований? На яку кількість людей він зможе покрити? Я вам скажу так. Оцей запас. Действительно, большое количество людей с Одесской области выехало. Очень много людей осталось. Мы владеем точными цифрами. К сожалению, на данный момент это закрытая информация. Но поверьте мне, ваши цифры о том, что выехала половина, очень далеки от правды. На самом деле цифра намного выше. Действительно, процент... То я в иллюзиях каких-то, мабуть, нет, пребываю. Нет, не в иллюзиях. Так. Понимаете, оценка была произведена достаточно точно. По количеству мобильных телефонов это наиболее эффективно. И кількості автівок на дорогах теж, дивіться. Да. Мы забыли про заторы оці дни. Ну, люди, во-первых, меньше ездят. Вот. Во-вторых, люди стараются уехать из города. Да? И третий момент – из больших домов. Потому что мы понимаем, что в большем доме, если в подвале нет бомбоубежища, а у нас таких домов единицы. Ну, есть паркинги, да? Вот это немножко решает. И это тоже единицы, насправді. Да, их тоже немного. Если говорить про Тагирова, про Котовску. А дома, где паркинги, они почти все точно выехали. Тут тоже такое, понимаете? Ну, вот. Вот. Но так, если мы заедем на Молдаванку, там количество горящих окон намного больше. Я думаю, что Молдаванка и более готова к встрече. Тобто Одеса... Вот Одеса просто залишилася, так? Сама Одеса. Серце Одеси, воно залишилося. Не буду повторяться, но действительно такого единения и готовности... Я вижу, что... Не было бы счастья, да несчастья помогло. Да, в сердцах людей нет страха. Есть решимость. И это очень здорово. Як думаєте, чому так сталося в Маріуполі? От ви казали, що ми їх помилки виправили, так? Ну, виправляємо. Вони не були готові. Ну, ніхто не був готовий, це зрозуміло. В Україні ніхто не був готовий до такого. Але от зараз от та катастрофа, яка відбувається в Маріуполі, на це ж просто без сліз не можна дивитися. Всі розуміють, що навіть наші, які хочуть і бажають нашим же допомогти, вони не можуть цього зробити. А запасу, я так розумію, нема ніякого взагалі. Я не володію цифрам по Маріуполю, непосередньо, що у них там по запасам. Я подозреваю, что в целом по стране не было НЗ создано. Я думаю, ситуация такая же. Но проблематика там военная. Это просто самый близкий большой город, который с одной стороны есть море, с другой стороны нависает там Донецкая группировка. Да, ему не пощастило там просто территориально. И понятно, что им точно так же нужен порт. Да? Поэтому Мариуполь, конечно, под ударом. Но мы понимаем эту трагедию. Мы переживаем за Мариуполь. На уровне области мы не можем их помочь, но мы можем воспользоваться их ошибками или, вернее, их тяжелым опытом. Например, очень многие недооценивали проблему брошенных животных. Когда первый раз этот вопрос был поднят, многие начали высмеивать меня о том, что тут, подождите, людям будет скоро кушать нечего, а вы говорите о создании запаса собачьих і кошачьих, ну, животних кормов. А це теж входить до гуманітарного? Да. Оце, до речі, дуже цікаво. Но, понимаете, как бы есть правила войны. Они изучаются в медицинском институте и на военных кафедрах. Да? То есть мы понимаем, что на самом деле проблематика войны, потери же среди военных намного ниже, чем среди гражданских. Да? То есть мы сталкиваемся через несколько недель, не дай бог, после военных действий, мы получаем огромное количество бродячих животных. Во-первых, их зараз они начинают голодать, они сбиваются в стаи, и начинаются проблемы с укусами. Ну, укус – это полдела. Ну, знаете, как полдела. Ну, так и себе. Ребенок, все зависит от того, який так. Но самое главное – это начинается распространение бешенства. Да, то есть это очень сильно. Это серьезнейшая социальная проблема. То есть это одна проблема, да, яка тягне животные інші. Животные начнут плодиться, и мы получим серьезную проблему. Да, для того, чтобы не отстреливать их, как это происходит сейчас в Мариуполе, мы должны к этому подготовиться. Да, тем более, ну, объективно, мы уже доказали, что мы немножко другая нация. Да, что мы люди гуманитарного склада, и мы относимся к любому существу, и к человеку, и к животному позитивно. Поэтому я думаю, что благодаря именно этому позитиву и мы выстоим.
Так, я бачите, цікава інформація щодо кормів, тому що теж зіткнулася із тим, що у зоомагазинах вже багато чого немає. І я так розумію, що враховуючи ситуацію, цього багато чого буде тільки збільшуватися. Ну, ми ж розуміємо, що бізнес остановився. Да? Звичайно, зараз майже ніхто не працює. Так, тобто, які залишки були, те все продають, реалізовують. І, до речі, зоозахисники дуже багато про це говорять. І теж дякую їм велике за те, що вони про це говорять. І за те, що навіть просять не кидати, дають якісь конкретні адреси. Я вже мовчу про наш одеський зоопарк, який приймає усіх мілких там тваринок, яких може прийняти на той час, що люди біжать, щоб просто не кидали, щоб просто не закривали у квартирах, щоб просто не... Совершенно верно. Я вам скажу больше, то есть у нас достаточно большая структура, общее количество сотрудников уже приближается к 200, уже созданы непосредственно начальники направления, мы уходим от слова управления, департамент и так далее. У нас волонтерская организация, никто не получает зарплату, но у нас уже есть непосредственно и направление, которое будет заниматься кормами для животных. Да? Вот. Поэтому потихонечку мы выстраиваем структуру. Слава Богу, украинская армия и Бог нам дал время для того, чтобы подготовиться к сложным временам. Поэтому мы готовимся к худшему. И я искренне уверен, что это худшее не настанет. Я думаю, що так само і ми всі про це на це сподіваємося. Сказали, що ви тісно співпрацюєте з волонтерами. Сказали про те, що ви ніяким чином не перетягуєте на себе ковдру. Так? Тобто це у волонтерів своя робота, у вас своя робота. Ви не збираєтеся об'єднуватися у якийсь величезний так волонтерський штаб. Яким чином ваша співпраця відбувається взагалі? Чи якось ви паралельно працюєте? Ви в своїх напрямках, вони в своїх, і хтось комусь десь допомагає, бо це зараз дуже важливо. Теж важливо, дуже. Понятно, що ми уже напрямую сотрудничаем с самыми крупными волонтерскими центрами. Объединение, наверное, не имеет смысла, потому что у каждого есть свое видение. У многих волонтерские организации имеют опыт в работе. Они уже отпрацювали. Намного больше, чем у меня. Я точно их не буду учить жизни. Я извиняюсь, я в корпорации монстров ворую какие-то идеи. Вот, с Екатериной мы ВКонтакте, и она тоже много чего подсказывает. Ни в коем случае. Но мы должны распределить роли. Да? Моя основная задача, да, то есть непосредственно организация, формирование, охрана, учет – это складов НЗ и сопровождение и организация грузов из-за границы. Мы видим, что очень много проблем на границе возникает чем? Люди везут полтонны, тонну, 300 килограмм груза. Это все нужно. И я понимаю, что человек достал, купил и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому по Румынии сейчас уже сформирован первый хаб в Тульче, сейчас второй хаб будет в Бухаресте. Аналогично, но это не мы организовывали, есть в Польше. Для чего? Чтобы люди могли свести, привезти, извиняюсь, 3 ящика, и мы фурой 20 тонн их сюда завезли. Это намного более эффективно, потому что становится очень серьезная проблема с ГСМ для перевозки. Ну, понятно, что фуры завести 20 тонн намного экономичнее. А правда? Плюс второй момент – это меньше заторов на границе. Мы стараемся переходить на сотрудничество с крупными европейскими донорами. Миссия ООН, Красный Крест, Врачи без границ, крупные доноры. Вот вчера мы имели контакт с гуманитарной организацией при правительстве Испании. И вот уже организован гум-конвой, 17 фур. Это где-то порядка 300 тонн идет сюда к нам из Мадрида. Я вижу ситуацию... Это все еще заводно, так? Это и продукты, и лики. Ну, это то, что входит в... Да, то, что входит в наши... То, что входит в ваши напрямки. Да, к сожалению, очень много передается одежды. На данный момент, вот я хочу сказать, и волонтерам, и западным партнерам, ну, мы им доводим писем, у нас специально есть рассылка, там, как по каналам МИДа, так и просто по e-mail'у. Одежда не нужна в Одессе от слова вообще. Более того, если... Ну, хиба же бронежилеты... Я говорю про обычную гражданскую одежду, то средства защиты. Да? То есть я вам скажу больше. Если каким-то волонтерским организациям они знают о том, что есть какая-то потребность в области в одежде, ну, на нашем складе где-то порядка 50 тонн одежды. В основном это секонд, но объективно он пока что не нужен, он только занимает у нас место и забирает силы. Я просто говорю уже о наших возможностях. Я прогнозирую, что в ближайшее время... мы попросим волонтеров помочь нам в распространении этой помощи, потому что они сформировали эффективную сетку вниз. Да? Мы работаем на уровне тонн, палетов и так далее, и так далее.
А у каждого волонтера есть уже свои, он понимает потребности на том участке, в том районе. Некий индивидуальный, извиняюсь, он знает, где бабушка живет, где какой-то ветеран, где еще какие-то проблемы. Да? То есть нам будет проще не придумывать велосипед и не ходить. Знаете, как спросил любую хозяйку, тебе нужна мука? Она скажет, конечно, нужна, и она ее возьмет. И это понятно. Но нам нужно равномерно распределить, будет распределить. Чтобы не густо, там пусто. Совершенно верно. Поэтому я еще раз призываю волонтеров скоординироваться с нами. Думаю, что мы все вместе придем к победе. Ну і кілька слів від вас, одеситам. Я бачу, що настрій бойовий у вас і, мабуть, у тих 200 ваших, ті всі, хто допомагають, такий самий бойовий. Тому що оскільки залишилися в Одесі, мають працювати і допомагати. Ну, я вам скажу так, що Одеса в своїй житті бачила дуже багато горя. Да? І, к сожалению, события сейчас його не уменьшать, но Одеса всегда сміялась. Поэтому, потому что мы всегда любую проблему встречаем с улыбкой. И мы победим с улыбкой. В этом я уверен на 100%. Ну, мабуть, тому вже на одеських вулицях я вже бачила своїми очима, і ви, мабуть, бачили. Так, хто маму тронить, того мама і похоронить. Так точно. Дякую вам, Дмитро Антіпов, начальник гуманітарного штабу в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Нагадую, що ми наразі готуємося до найгіршого на всякий випадок по всім фронтам, і в тому рахунку, і по гуманітарному. Думаю, що це дуже важливо сьогодні, враховуючи, що є міста в Україні зараз, які переживають справжню страшну гуманітарну катастрофу. Отже, від цього ми маємо себе уберегти вже зараз. Нехай у вас все вийде. Сил вам, сил, терпіння всім нам і мирного неба. Дякуємо за те, що робите. Спасибо большое, все буде Україна. Залишайтеся на першому. До зустрічі.